Приветствую всех, дорогие друзья, на канале AndroHacker. И сегодня у нас тема очень интересная, вы просто офигеете после отключения этих настроек. Вот мне часто задают вопрос, как ускорить свой телефон, почему оперативка очень сильно занята, вроде бы мы ни в какие игры сейчас не играем, да, но смотрим там на оперативу, а она чуть ли не в половину занята. По какой это причине вообще делается? Дело такого рода, что многие приложения работают даже в фоне без нашего ведома. Ну да, мы их там отключаем различными способами, разгружаем вроде бы как телефон. Но нет, у нас работает очень много функций, которые включены, при том, что мы их вроде бы и отключили. Сегодня я их повключал абсолютно всех. Когда вы покупаете телефон полностью новый, у вас тоже эти все функции будут активированы, да? Но потом вы их можете самостоятельно отключить. Некоторые уже забыли, что нужно отключить, и они постоянно один, один, один к одному, и так оперативка постепенно, постепенно подгружается. Все это от шторки уведомлений. Вот здесь вот шторочка у нас есть такая, и когда мы ее открываем, посмотрите, сколько у нас здесь всего-всего, что подгружает наш телефон. Это и Wi-Fi, это мобильный интернет, это Bluetooth, фонарик, ночной режим, обмен с окружением, автоповтор, трансляции, обратные цвета, рекорд видео, спящий режим, снимок экрана, автошазам, шазам. Помимо того, что эти все приложения у нас есть и на рабочем столе, так они еще у нас и здесь, в шторке уведомлений. Здесь у нас три рабочих стола. Сейчас у меня AdWords, Zen, мод, сеть VPN, режим чтения, модуль NFC, OTG, не беспокоить геолокация. Друзья, здесь нужно как можно меньше этого всего оставлять. Дело в том, что у вас помимо того, что вот эти все работают в фоне, да, потому что они здесь у вас включены, вы думаете, что они не работают, да? Но у вас и три экрана, вот еще, три рабочих стола. Это все нужно отключить. Как это отключить? Друг от дружки Android немножко отличается, но суть темы вся же там. Здесь будет такой карандашик, он у меня снизу, у вас может быть сверху. И вы просто выбираете, что вы хотите убрать. Я вам посоветую, что убрать. Wi-Fi, мобильный интернет, Bluetooth, фонарик оставляем. Режим энергосбережения оставляем. Режим полета оставляем. Ночной режим я убираю. Камера я убираю, потому что камера я никогда не пользуюсь. Трансляция экрана тоже убираю. Автоповорот убираю. Экономия трафика оставляю. Обмен с окружением убираю. Ночной режим убираю. Обратные цвета убираю. Концентрация экрана убираю. X-рекордер я включаю только на рабочем столе. Снимок экрана то же самое убираем. Cozy Time убираю. Shazam убираю. Ну, нужно много чего поубирать. Автошазам, Shazam. Переключить карту данных. То есть у меня вообще здесь нету карты данных. Зачем она мне надо? Автошазам убираю. AdWords через прокси убираю. Рекорд видео убираю. AdWords убираю. Запись экрана убираю. Zen мод убираю. Сеть VPN убираю. Не беспокоить убираю. Модуль NFC убираю. Геолокация оставляю. Режим чтения убираю. OTG убираю. И у меня остается Wi-Fi, мобильный интернет, Bluetooth, фонарик, режим энергосбережения, режим полета, экономия трафика, селфи. Не, селфи тоже убираю. Вот у меня осталось, друзья, 8 всего-навсего таких вот мини-приложений. Остальные я все поубирал. И вам того же рекомендую. Потом возвращаетесь вот так вот назад. Все. Вуаля. Все наши приложения сторонние убраны, и они нам больше не пригодятся. Потому что я их могу активировать или в настройках, или здесь, среди приложений. В общем, я считаю, что это нужно отключать. С вами был AndroHacker. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Впереди очень много интересного. Пока-пока.